Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль. Это у нас Citroёn 2012 года. У автомобиля всего лишь два владельца. Кузов есть в родной краске, свой родной пробег, хорошая комплектация и приятный красивый салон. Но по технической части автомобиль тоже, в принципе, в очень даже в достойном состоянии. Давайте переместимся с вами в салон, посмотрим, что там у нас есть интересного, пробежимся заодно по комплектации этого автомобиля. Честное слово, что мне нравится в Citroёn'ах, это качество металла. Металл прямо у них вот вообще вот крепкий такой. Сейчас таких машин уже не выпускают, наверное. И салончик вот такой вот красивый, стильный. Очень приятно, красиво выглядит. И у нас тоже вот такой же вот красивый, стильный, приятный салон. Карты дверей, панель, все в хорошем состоянии. Имеется подогрев передних сидений на три режима. Значит, по комплектации у нас с вами все стеклоподъемники, регулировка зеркал, кнопочка открывания бензобака. Также у нас с вами имеется мультируль. Мне очень нравится здесь руль, он такой вот, смотрите. Красивый такой, массивный. Руль тут, руль идет кожаный, кожа своя, никто ее не перешивал, это заводской руль. Я вам показываю то, что пробег здесь 100% родной, есть чему доказать, это можно обратить внимание на руль, на состояние ручки переключения передач, даже на сам ручник. Видно, что все в очень хорошем состоянии. Можно на педали обратить внимание, насколько они затерты. Педали тоже в идеале. Так, значит, у нас с вами мультируль. Так, это салон у нас с вами с кондиционером. Подогрев сиденья я вам показал. А здесь у нас вот располагается замечательная штатная магнитола. Кстати, звучание здесь очень приятное. Прямо чистенько так приятно играет музыка. Так, в комплекте у вас будет ключ с автозапуском. И в данный момент у нас заведен автомобиль, идеально ровно работает мотор, ошибок абсолютно никаких не горит. Пробег на автомобиле составляет 122 тысячи километров, пробег здесь родной. Это подтверждает состояние салона, состояние руля, состояние ручки переключения передач, состояние ручника и состояние педалей. Видите, педали в таком состоянии, прямо как новое. Что еще добавить? Да, если честно, мне вообще Citroёn очень нравится. Симпатичные машинки, все красиво, стильно сделано. Нравится вот панельный прибор, очень так необычно и красиво выглядит. Про руль я уже вам рассказал, он такой классный, массивный, удобный. Так что вот такой вот красивый, приятный Citroёn поступил к нам на продажу. Если вас заинтересовал этот автомобиль, номер телефона, адрес есть у нас в объявлении. Этот автомобиль вы без проблем сможете приобрести по системе Trade-in в кредит и за наличный расчет. А на этом спасибо вам за просмотр этого видео. Хорошего вам настроения, всего вам доброго. Приезжайте к нам в автосалон столицы за хорошими автомобилями. До свидания.